моя вечерняя прогулка после работы. Улица называется Калифорния Стрит, и дома Турник. Турник заходит, он находится за Макдональдсом. Видим знак Макдональдса, впереди там поле есть. Ну, сейчас на видео покажу. Постоянно поле занято, играет то в бейсбол, то в футбол, там много площадок баскетбольных есть. Вот турнички там недалеко. Это одни из немногих турники в Руси, которые есть в Америке. Потому что очень редко попадаются на глаза такие вещи. Дороги идеальны. Всегда, если есть заезд куда-нибудь, драйвей, так называемый, то лежат плиты, подъемчик небольшой. Ну, дома все, как Америка одноэтажная, уже давно известны вот такие. Ну, разные, конечно, бывают, но мало многоэтажных. Даунтаун, если только все. Вот улица называется Лос-Анджелес Стрит. Сейчас поближе покажу. А сегодня мы ездили в Квинси. Там улицы по названиям стран и городов. Берлин Стрит. Или там Денмарк Эвеню. Еще какие-то. Ну, тоже интересно. А Пятерочка с Коннектикута. Да, номер Коннектикута. Вот Макдональдс. Макдональдс вот, в основном кушают местные жители, американцы, не понять лица. На вертолетах обычно либо полицейские, либо телевидение. Yahoo есть такая компания, они сдают траки в аренду. Вот 19.95 платишь на целый день, берешь трак, и там за каждую милю еще сколько-то центов, 20-30 что ли. И на каждом траке написана какая-то небольшая история. Знали ли вы, did you know? Вот, и там про что-нибудь интересное всегда написано. Как всегда в Макдональдсе есть drive-thru. Это когда машина едет и заказывает через окошко, что нужно. В одном заказал, во втором получил. Вот, но мне туда не надо. Я иду на турничок. Чисто по-русски, по диагонали. Мустанг, кабриолет. Машин много хороших. Едешь по городу, то Бентли, то Феррари, то какой-нибудь Порш. Так нормально все. Может припарковаться к каким-то старым Кутиакам годов 80-х. Еще нормально. На одном Митре. Митра штука за стоянку, в которую денежки бросаешь. И стоишь там, в зависимости от того, сколько денег закинешь. Вот, наверное, один из немногих дней, когда на поле нет никого. Может кто-то есть, я просто не вижу сейчас, но в бейсбол точно не играю. Так, а сегодня вторник, 27 августа 2012 года. Ну, вообще темно. Сверчки свою песенку поют. Ну да, поле пустое. Ну, бывает и такое. Очень люди отдыхают. Тем более вторник, обычно ближе к выходным, хотя вчера мы ходили, играли, но мы были раньше. Вчера мы с Русланом ходили, были раньше. Вот здесь, недалеко на Калифорнии Стрит, есть такой фармер-маркет.
Это ну, рыночек такой небольшой, там с фермерами приходят своими продуктами. Овощи, мед. Вот каждую пятницу, с 6 июля по 5 октября, с 12, ну, с обеда и до 5 вечера. Вот такое поле, это бейсбол. Когда играют люди вечером, ну, когда темнеет, вот как сейчас включается прожектор, все поле освещается. Сейчас тут вот собака не гуляет. Но люди все знают, что когда гуляют с собаками, они берут с собой пакетик и убирают за ними фекалии. Вон там баскетбольная площадка, но сейчас мимо пройду. Футбольные ворота, большие, маленькие, всякие разные. На колесиках, то есть тащи куда хочешь, ну, я имею в виду в пределах поля. Никто просто так ничего не берет, конечно же. Стояночку тут, чтобы люди приезжали на машинах, ставили и шли играть. Так уже, наверное, ничего не видно. Сейчас я быстренько добегу до турничков. Покажу и буду заниматься. Поле еще раз. Мусорные ящики. Ящики есть там trash only написано. Любой мусор. Вот на зеленых написано recyclable only. То есть те вещи, которые можно потом в переработку пустить. Картон, пластик, банки, склянки всякие. Вот, а это площадка баскетбольная. Вчера тут йог какой-то занимался. Сидел в позе лотос. Афроамериканец, черный дядька. Еще на турниках есть кроль. Мы ему носим. Нет. Морковку, капусту. Подкармливаем. Вот это вот что за вид спорта. Про плохо видно сейчас. Потом покажу. Хотя вот сетка это валяется, наверное, натягивает. Уж, наверное, ничего не видно. Ну тут мне я постараюсь показать. Брусья. Ну от дома ходьбы, наверное, минут 10. Туда 10 и обратно. 20 на турничках позаниматься. Ну такая прогулочка. Хорошенькая. Которая не дает скучать с ним. Вот это брусья. О, не видно уже ничего вообще. Вот турники. Уже ничего не будет. Все, буду заниматься. Чао, какао.